Вместо того, чтобы ходить на службу, помощники омских депутатов летали в Сочи и Таиланд. В городской прокуратуре считают, что парламентарии, которые устроили на работу близких родственников, неправильно учитывали их трудовой график. А фактически платили за прогулы. В ведомости учитывались даже те дни, когда работников не было в стране. Например, жены двух депутатов, их имена прокуратура не называет, понедельник отдыхали в Сочи и в Турции, но все равно получали зарплату. Еще несколько помощников получали деньги во время отдыха в Таиланде, Италии и Арабских Эмиратах. Прокурор города направил представление в Омский городской совет с требованием устранить нарушения и вернуть деньги в городской бюджет. Материалы проверки также передадут и в следственные органы. Напомню, что в начале этого года также по требованию прокуратуры депутатам горсовета запретили устраивать на работу родственников, чей оклад, к слову, доходил до 40 тысяч рублей.